Впервые на большой сцене Запорожья спектакль «Легенды страны восходящего солнца». Уникальную постановку этнической легенды Маримо в исполнении Японской академии балета привез Запорожье Валерий Резниченко. Даже невзирая на то, что уже много лет пребывает за границей, свое совместное произведение с женой Йоко Ватанабе решил показать на малой родине. На репетиции постановки побывала и наша съемочная группа. Их жизнь и любовь закончились трагически, но их сердца превратились в маримо, чтобы оставаться вместе навсегда. Так гласит давняя легенда Айну, на основе которой поставлена эта оригинальная постановка. Это спектакль о трагедии любви, которая потом возносится и обожествляется, превращается в это маримо. А маримо, ну, для тех, кто не знает, маримо – это такая округлая зеленая водоросль, которая существует только в этом определенном месте, на острове Хоккайдо, именно в одном только озере Акан. Для того, чтобы передать всю полноту истории, актеры театра неоднократно ездили на репетиции на то самое озеро. Изучали, как и чем живут местные жители. Но вот уже больше месяца они потеют в зале Дворца культуры ЗАС, чтобы уже сегодня продемонстрировать результаты своей долгой работы. Казалось, что очень много будет работы, будет очень долго. Были свои трудности, были состыковки, когда вот барьеры, ты его надо переступить через себя. Но не получается физически, но надо это все сделать там. И сейчас, оглядываясь, понимаю, что уже вот премьера, и кажется, как всего лишь. А вспоминаешь все, что проходило, все, что было, думаешь, блин, а так много, и так очень быстро все прошло. Завораживающая музыка, сложные, но невероятно красивые элементы. Всего в спектакле задействовано 22 человека. Из них треть – это актеры из Японии. При этом мужские роли играют исключительно украинские актеры. Единственная роль – вождя племени у японца Юичи Ниши, президента ассоциации балета. Все они работают как одно целое, чтобы показать всю красоту этой истории. Что должны понять люди после этого спектакля? Это то, что нельзя идти через человека, чтобы добиться своей цели. И часто очень бывает, что мы понимаем свои поступки уже, когда вернуть чего-то нельзя. Этот спектакль должен дать понять людям, что если не идет, значит, пускай не идет, значит, так и надо. Не надо жить по принципу «ни мне, ни так никому». Ну что говорить, ведь как гласит поговорка, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Премьера спектакля «Этническая легенда Маримо» в исполнении Японской академии балета состоится уже сегодня на сцене Дворца культуры ЗАС.